Всем привет! Вы вновь на кухне канала Compass Kitchen. И вот у меня появилась такая вот привычка всегда так делать. Не знаю почему, как-то само собой так получается. Но в общем дело не в этом. В преддверии новогодних праздников многие хозяйки, и я в том числе, очень много готовят всевозможных пряных, имбирных, пряников, печений, пирогов, кексов, на которые требуется белая глазурь. И мы ее готовим из яичных белков. Куда же девать желтки? Конечно, можно выбросить в мусорку. Можно. Можно отдать собаке, можно отдать коту. Можно сделать маску для волос. А можно сделать очень вкусное печенье. И рецепт этого печенья я вам сегодня расскажу. И опять у меня вот это вот... Добро пожаловать на мою кухню. Будем готовить вкусное печенье. Что я хочу вам сказать? Не выбрасывайте продукты. Если вы не можете найти им применение, ну хотя бы отдайте бездомным животным. У нас здесь нет бездомных животных, поэтому нам приходится все есть самим. Я шучу, конечно. Нет, насчет бездомных животных я не шучу. А насчет того, что нам все приходится, нет, нам не приходится, потому что я готовлю вкусную еду, я готовлю с любовью, с заботой. Я очень часто экспериментирую. Так что вот вам баночка сладостей. До новых встреч. Пока!